Здорово, всем привет, всем здорово, всем привет. Сегодня очередная посылка пришла. Наша мотораспаковка чудная. Итак, ссылка, кстати, на нее будет внизу. Посмотрим, что к нам пришло на этот раз. Вот такая вот штукенция. Итак, это у нас Ревун. Ну, не знаю, внешнего доверия особого не внушает. Это у нас сама сигнализация. Корпус герметичный, пластиковый, тяжелый. Это уже радует не по-детски. Провода к нему. Чего от них ждать? Запечатано, чтобы не улетало. Два брелка. Так. Один брелок обыкновенный с кнопочками. Закрыть, открыть. Ну, такой корпус тоже, кстати, ничего. Такой материал плотный, пластмасса. Мне это уже нравится. Честно говоря, не ожидал. Думал, будет что-то гнусное. И, собственно говоря, сама сигналка. Что-то там продавцы торговали за то, что будет с батарейкой. Однако батарейку вовнутрь не положили. Закрыть, открыть. Наверное, автозавод. И вообще, если верить заявленному, должен быть, был что-то вроде брелка. То я подошел рядом, типа. Должна она, если верить инструкции, сниматься сама, что-то вроде метки. Ну что ж, будем изучать инструкцию, сделаю еще чуть позже видос по этой сигналке.